Итак, сэр, сейчас мы определим ваш IQ, и вы пройдете тест на способность. А зачем? Это чтобы узнать, на что вы способны. Чтобы дать вам работу в тюрьме на срок вашего там пребывания. Если у вас есть ведро емкостью 10 литров, и еще одно ведро емкостью 25 литров, сколько у вас ведер? Два? Спасибо. Lord, I wonder what's got the matter. A time over time. It seems like hours. Everything unchained, but I hold up my hand.